Вторая реакция за день. Это как вообще? Сегодня я делал реакцию на клип «Многоточие». И после этого, знаете, что произошло? Моя кошка упала с табуретки. Да, кошка, у нас там лавочка стоит. Голова. И кошка моя так вот... И вот так упала. Ладно, сегодня буду делать еще раз реакцию на видео. Еще раз одну реакцию. Например, вот это вот. Мы ставим твои комментарии. Вот. Это, конечно, это вообще интересно. Комментарии. Только много что не понимает, что людей. Но часть YouTube помнит каждый ваш комментарий и записывает вашу автобиографию. И сегодня я решил посмотреть свои старые комментарии. Благо, такая возможность есть у каждого. А я что-то ни разу не знал, что такое вообще существует. Сначала я посмотрел, что я писал до своего канала, а потом я задумал свой старый аккаунт, который у меня с 15... В общем-то, что-то... Валера, я попросил его замолчать. Лет. Там намного все хуже. Ну и поехали. Кафе, точно голос, как будто изменился дядя. Голова немного болит. Даже интересно. Давайте послушаем. Я так давно нашел очень забавный мем, где чернокожие мужчины танцуют с громом. О боже мой. Что-то я сомневаюсь, что это... О господи, какой у него голос странный. Просто горло болит. Это вообще мой голос? Я так давно нашел очень забавный мем. Как Сквидвард будто бы. Как Сквидвард. Не так давно нашел. Ладно. Или он прижится к нам, значит, как наш это кончик. Так. Так, но поп-фильтр лучше. Скоро будет. Это сюрреалистичный мем, когда модель человека в пиджаке, который стоит перед интерфейсом фондового рынка. Опять тот голос. Не, с таким бы голосом поп-фильтр не помог бы вообще никак. Но, кстати, я его купил. Там скрепыш был. Существует. Не буди. Парень быстро сучит в клавиатуре. Я когда спрашивал, просто сделать видео, мне так и написали. Парень быстро сучит в клавиатуре. Кстати, да, странное какое-то название поставил. Комментировать это видео могут только люди с галочкой. По-моему, для этого и стоило поставить галочку. Готи с НН не фитую. Я так и не понял. Я с НН не фитую? Или что там написано? Кстати, вопрос. Отвечу пока. Почему ты не поешь вместе с Желтобрюхом? Потому что я с ним пою, если мне... Ну, вы поняли, короче. Не пою я с ним. Потому что я... Как сохранить арбуз к Новому году? Ладно. Стоит только поверить в себя. Хочу нас. Интро 5. Классно, интро. Также я еще писал чат на стримах. Это тоже сохранилось. Watch now, SpaceX, запуск там какой-то ракеты. Не, ну смешное. Забани, запускайте. Ну реально, что они там с нами запускают? Давайте, поехали уже. Ну и давай. Поехали! Я покажу, что я лайкал. Да, это тоже сохранилось. 2015 год. Понравился браслет «Тротуар». О боже, тогда же был трэш на эти браслеты из резины. Просто все их делали. Я не помню, что это было, но ладно. Джека, гонки в полете. Майнкрафт. Как убрать, удалить баннер вирусов, вымогатель андроид. Баннер вирусов? Мне понравилось. Майнкрафт или Террария. Лучше Майнкрафт, конечно. Но лучше, конечно. Ребята, просто способ, как встречать варьяма от компьютера. Выкинуть его желательно в окно, потому что отрубить соцсеть Wi-Fi. Ладно, шучу. Понравилось. 5 способов сделать вкусняшку в микроволновке. И тогда я решил реально повторить сделать вкусняшку. И используя что-то по вкусняшка? Она немножко подгорела и так воняло, что пришлось аж выйти на улицу. И у меня в туалете не то, что воняет, как там. Опять мне понравилось. Кошачий концерт. Котенок и кошка. Ну как это может не понравиться? Ну-ка. О, какие милашки! Как это могло не понравиться? Понравилось покемейкер кавер мистер Фриман. Он понравилось Сэнду. Кстати, вам это приятно не напоминает? Понравилось CSGO, админ забанил за это. Короче, что хватит. За что? Что не напоминает? Понравилось CSGO, админ забанил за это. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Только не забывайте, что комментарии останутся тут навсегда. До свидания.